Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами? Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и... бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри. Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, Кури. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 200.
250 патронов, 3/4 мили прицельной стрельбы, сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь, но если только это не танк... Сайонара, крошка! Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? Ты в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награды есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка. Надо же! Оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клементе. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вито, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов. Ладно, я готов. У них ладно. Пушки! Наш выход. У них пушки! Вот там, в окне! Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климента. Все! Все! Ах ты, гнида позорная! Сука! Ладно. Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Огонь распространяется. Черт.
предатель. Чёртов ты! Вообще, о чём ты слышишь? О, боже! Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. За нами должок. Несите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Зайди потом ко мне. Ладно. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворила? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Обязательно. Береги себя, Вито.